Привет, друзья! Это English Show. Сегодня мы снова вас будем кормить, поить всякими фразовыми глаголами и сленговыми выражениями. Сегодня мы взяли фразу из одного из стареньких фильмов с Джозефом Гордоном Левиттом. Если вы хотите заниматься английским языком с индивидуальным преподавателем, оставляйте заявку на нашем сайте. Ссылка в описании. Итак, поехали! Первое выражение – patch up. Это фразовый глагол означает улаживать, пытаться улучшить отношения после спора или помириться. Например, has he managed to patch things up with her? Он сумел помириться с ней, означает это предложение. Следующая фраза – это screw up. В этом фильме она в прошлом времени. I really screwed up. То есть я напортачила, я облажалась, я все испортила. Вот что означает сленговое выражение screw up. Be careful when you are dealing with Bob. He's a real screw up. Будь осторожен, когда имеешь дело с Бобом. Он постоянно все портит. То есть он человек, который постоянно все портачит. Следующее выражение, и тут как бы два выражения сразу в одном, это jilted ex. Am I played without dealing with some jilted ex? Вместе это выражение означает тот, кого бросили, тот, кого бросил парень или девушка. Jilt – это бросить одного, ну, бросить кого-то ради другого, чтобы уйти к другому. А вот ex – это само по себе самостоятельное слово или может быть словом-приставкой. И так, и так. Когда оно служит словом-приставкой, и, кстати, оно уже появилось в русском языке, оно означает бывший. Например, бывший возлюбленный. Или ex-wife – бывшая жена. Ex-husband – бывший муж. Ex-boss – бывший начальник. Или, например, Джастин Тимберлейк – это ex-frontman NSYNC. Группа NSYNC, он бывший вокалист этой группы. Или, например, Ариана Гранде в своем новой песне из нового альбома поет I just broke up with my ex. Я только что порвала с своим бывшим. То есть можно сказать, что ex можно вообще ставить без слова boyfriend или girlfriend. Слово ex в современной разговорной речи уже означает бывший парень или бывшая девушка. Еще, в прошлый раз, а это было аж месяц назад, мы загадали песню, и Андрей Юрьевич Кирдань думал, что он угадал первым. Но, извини, Юля Новиков тебя опередила. Сейчас мы снова развернем песню задом наперед, и кто угадает первым, попадет в наш следующий выпуск. Еще, ребята, вот для вас одна инструкция. Сейчас спускаетесь под видео и нажимаете на кнопочку подписаться. Потом нажимаете на этот значок и ставите здесь галочку. Теперь вы никогда не пропустите новости нашего канала, окей? Не забывайте о наших преподавателях. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал. Ссылки на наши... Ссылки на наши социалки тоже в описании, ребята. И всем пока, это были English Show же.